О роли арктических территорий в развитии России на примере Ямала в своем докладе на национальном нефтегазовом форуме говорил первый заместитель губернатора Янао Владимир Владимиров. Он подробно остановился на теме реализации масштабных экономических и инфраструктурных проектов в округе, которые направлены на закрепление России в качестве мирового лидера освоения Арктики. Владимиров сказал, что обеспечение энергетической безопасности России невозможно без развития Северного морского пути, строительства железнодорожных магистралей и возведения пришельфовых морских портов. Замгубернатора нашего региона также сообщил, что на территории Ямала реализуется комплексный проект «Энергия Арктики». Его цель – создание в арктической зоне России интегратора инновационного развития и обеспечение лидирующих позиций нашей страны в Арктике.